Добровольно покинувшие Карабах армяне жалуются на невыполнение данных им обещаний. Вот уже несколько дней, как армяне, протестующие перед зданиями парламента и правительства Армении, требуют встречи с Николом Пашиняном, но их призывы остались без ответа. Разгневанные этим участники протестов попытались ворваться в здание парламента. Но после жестокого вмешательства ереванской полиции эти попытки были предотвращены. Тем временем в армянском обществе продолжаются споры по поводу завезенного из Франции вооружения. Заместитель министра обороны Армении Грача Сарксян уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, зачем Армении отправлена из Франции военная техника, которая не оправдала себя в боях в Украине. Напомним, что Россия все еще не отправила военную технику, оплата за которую уже осуществлена. Журналисты спросили о том, какие шаги будут предприняты в связи с этим. Замминистра, лаконично ответив на вопрос, заявил, что всему свое время и настанет день, когда Россия ответит перед судом. Айден Араздаянли, Гюнай Буниадзаде, Кемаль Азизгазы, новости СТВ.